это у меня не было. Взяла это именно кухонную. Кухонной мне очень понравилось, но я поняла, что мне надо больше масштаб, больше тряпочка, потому что кухонная, я понимаю, там размером больше, да, ты убираешь, но это время все равно столько не, у меня не затратишь. Я решила взять вот эту тряпочку. Вот когда я взяла вот эту тряпочку, я специально экспериментировала. Я взяла, у меня человек прожил там неделю. И, значит, соответственно, за неделю пыль собралась кругом, все было грязно. Вот, я прибежала. Я убирала обычно 4 часа. Если вот мне надо нормально убрать, 4 часа, чтобы везде все умыло. Здесь я сделала 40 минут. За 40 минут. Что я сделала? Я заскочила. Я ее чуть-чуть помочила. Я начала убирать сначала всю пыль, холодильник, микроволновки, столы, все поубирала. Это я сделала эксперимент. Потом я ее не мыла, вот буквально вот как она была, я пошла и помыла окна. Это дверь на балкон, я не то, что все их мыла, а вот на балкон, когда мужчина ходит курить, они обычно вот так пятерню оставляют. Эти тяжело убрать эту пятерню, надо сначала, значит, тряпочкой с собой, потом газетой, чтобы разводов не было. А это вот этой прям грязной тряпкой, вот как она была, я ее взяла, вытерла сначала, потом на эту вот сторону, кстати, перевернула. Здесь можно работать даже слепому человеку, который не понимает и не видит смысла слепого человека. Почему? Потому что когда ты ее начинаешь вытирать, ты чувствуешь, где у тебя грязь. Где грязь, она начинает тяжело идти, она прям вот как вот всасывается в эту грязь. 2-3 раза, все, легко пошло, переходишь на другую. И вот где эти пальцы, вот ты их моешь, и чувствуешь, что вот здесь легко, значит здесь чисто. Я прошла, а где она идет твердо, но уже жесткая, в смысле, вот как с поверхностью она присасывается, значит там больше потерло. Все, буквально 40 минут, я была квартира, чисто идеальная, я себя начала. И на самом деле я поняла, что вот это вот вещь. Поэтому, да, у меня сразу же подписались люди, еще не имея продукта. Я вам честно говорю, у меня уже 4 человека в команде.